Всем привет! Вы на канале Травка ТВ. И сегодня у меня новое видео, как бы новый сериал. Пишите в комментариях, вам нравится ли эта идея. Что это за человечек? Это Икинг из Капучи Дракона. Да, знаю, я неважно делаю персонажей, поэтому, ну, вы поняли. Это Икинг из Капучи Дракона. Я буду снимать сериал про драконов. Капучи Дракон, тут будет Икинг. Есть зубик мой игрушечный. Также будет присутствовать Лего, так как у меня очень много Лего, и из Лего очень удобно делать мир. А вот Лего человечек Икинг. Потом Лего девочка Астрид. Он тут еще. Я, конечно, может, буду дорабатывать ее, но она мне и так нравится. Ну, что-то наподобие. Это с Маркалом, с телефоном. Да. Это его домик. Вот это его дом. Это Рбино, это сарделька. А, кстати, я вам сейчас кривоклыка покажу. Кривоклык у меня тоже есть. Вот он. Сейчас, вот. Кривоклык его. А, флаг. Нет. Так. Есть у меня, ну, как я говорила, Рбинок. Вот. Сарделька. Я знаю, это не сарделька. Это Ворчун, но у меня сардельки нет, поэтому будет он. Это близнецы Забияка и Задирака. И их дракон, Бардс и Вепрь у меня тоже имеется. Вот он. И, кстати, дракончик Астрид нашей у меня тоже есть. Крамдильда. Да. Повалили драконы, да? И я снимаю новый сериал «Капричи дракона». Он так и будет называться «Капричи дракона. Сериал». Ну что ж, давайте начинать. Так, настройка камер. Так, все. Всем привет, вы на моем канале Икинг ТВ. И сегодня я снимаю очень интересное видео. Мы с моим другом Без Зубиком будем снимать видео, как украшать Новый год, да? Согласен. Молодец, брат. Так, у нас это уже первое видео, представляете? Ой, всего это первое видео. У меня уже больше этих видео, чем у тебя. У меня и штатив есть, и камера есть. И не то, что у некоторых камера и палка какая-то непонятная. Не обращайте внимания, это Смаркало. Он типичный человек, который портит настроение. Ну ладно, а сейчас небольшой видеообзор. Отойди, Бисбик, сейчас возьму камеру. Так, вот я несу камеру. Вот, Смаркало, привет. Иди отсюда. Иди, я сказал. Так, если ты сейчас не берешь камеру, то тебе будет плохо. Ну не надо, я сказала, будет плохо. Ну, я только снять. Пошел. Ну, как бы вам сказать, не пустили меня. Идем дальше. Бисбит, нет, не лезь, камера, не лезь. Да, я знаю, ты любишь камеру, да. Да. Это наши вещички тут для лошадей. Да, у нас есть лошади. Так, сейчас я открою дверцу. Это моя лошадь, Ники. Сразу говорю, у меня все сделано, как говорится, тяп-ляп. Потому что все, что было, мы из этого сделали. Вот он, красавица, красавица. Закрываем. И это лошадка Астрид. Это наш дом с Астрид, конюшня. Так, вот она. Сейчас подниму камеру вам. Вот она, это Белочка. Она очень красивая. Ну, мы понимаем, что, конечно, на лошадях уже не очень модно у нас кататься. Вот у нас там курочки. Курочка. И вон там он, сейчас вам покажу. Сейчас. Убираю. Цыпленочек. Не бойтесь, он просто... Он здоров, ну что вы, что. Вот он, птичка. Вот он, такой маленький, хорошенький цыпленочек. Да, Сыпа его зовут. Он сын нашего петуха, ну, курицы. Поэтому у нас есть и курица, и все. У нас такая с Астрид ферма. Это, кстати,
Как вам сказать, это мое первое лего, ребята, вот смотрите, мое первое лего. У меня много лего, много наборов, и из них я сделаю вот этот мир. Ну хорошо, он маленький, но сойдет. Так, ладно, давайте дальше продолжим к съемке. Ой, тихо, столбик. Так, это значит наши седла, на которых мы ездим на лошадях. Тут штучки такие, ой, видите. Вот это окошко, оно открывается. И если открыть окно, то будет видно нашу лошадь. Что значит дальше? Тут наша причиндала. Это не бойтесь, это Астрид тут оставила. Астрид, я же тебе говорил убрать это. Астрид. И Кинг, вообще-то сейчас занимаюсь. А, ну, тогда лучше не буду мешать. Хорошо. Это лестница ко мне на второй этаж. Этаж тут спит Астрид. Я не знаю, почему, но она тут внизу. То есть вот так вот. Это примерно показываю. Открываем крышу. О, как логично. И здесь, значит, что у меня кошечка, кошечка, кошечка. Сейчас. Наша кошечка красавица, Мурка. Кошка деревенская Мурка. Она у нас еще давно появилась. Ну, мы решили не прогонять. Это моя книга и наш драконий глаз. Ну, я просто его сама слепила, поэтому такой драконий глаз у меня. Так, ну что ж, давайте дальше. Вы уже посмотрели мою комнату. Снимаю я на вот такую камеру. Это моя камера, видите, как я показываю, логично. Ну, ладно. Так. Ну что ж, давайте готовиться все же к Новому году. И специально для этого я попросил своих друзей Забияку и Задираку принести прям вот самую лучшую елку, что у нас есть. Я надеюсь, они справятся с этим Везувичем. Везувик, как ты думаешь, они справятся? Ага, не справятся, думаешь? А, очень смешно с твоей стороны. Да, ты молодец. Дима, это не провалил задание, да? Я полностью с тобой согласен. Так, ну что ж, идемте посмотрим, что они за елку. Ой, как долго идти. Привет, Игенг. Ой, больно, ага, здорово. Ой, тихо. А ты так можешь? Да, легче и легко, что тут делать-то? О, видишь, я так же падаю. Даже круче тебя я умею падать. Ха. Неправда, правда, неправда, правда, неправда, правда, неправда. А, так вы елку-то, так скажем, принесли, вы обещали вообще-то не елку принести. А проблема в том, что это он обещал, а я ничего не знаю. Так елка где? Ну, ее нету. Ладно, пойдемте пока что что-нибудь другое снимем. Их не спорю, лучше не слушать. Так. Давайте попросим нашего сморкалу принести нам елку. Так, Икинг, я сказал, что ты не приходил. Что ты здесь делаешь? Ты такой. Просто решил камеру к тебе принести, показать, какая у меня камера. Вот, смотри, пожалуйста. Вот, смотри, очень интересно, да, очень. Да, прям очень. Давай-ка тогда возьму и на кнопочку нажму волшебную, она все выключает. Не-не-не, не надо. Я сказала, иди сюда. Не надо. Я сказала, иди сюда. Я сказала, иди сюда. Не-не-не-не, я пойду, я пойду. Господи, какой он грубья. Так, безумно хороший, безумно. Ладно. Ладно. Что будем делать? Искать елку придется за них. Я даже упал из-за них. Так. Икинг, Икинг, у нас есть идея. Вы елку нашли? Ну, не мы, а наш дракон. Покажите. Любуйся. Это что, прости? Это мы такую елку нашли. Безубик, подними, пожалуйста. Давай, давай, а то мы без елочки останемся. Мы, конечно, извините, но это елкой даже трудно назвать. Это дерево даже трудно назвать деревом. Мне кажется, оно сейчас сломается. Ты что, натуральное дерево? Ты что, знаешь, как мы долго его искали, знаешь? Да я даже не представляю, сколько, если оно падает вечно. Целую минуту.
безумник. Что ты смеешься? Эй. Ну, знаете, ёлочка. Не очень хорошая. Да мы знаем, мы старались не очень. Очень смешно, да? Да, да, смешно. Ладно, безумик, придется нам такую елочку в центре поставить. Хоть какая-то. Мы уже зато нарядить успели. Когда же успели? Понимаешь, Барс и Вепрь, когда они несли елку, короче, они завоевали и дома, и все что угодно. Вот что попало, то и стало. Ясно. А у вас есть это новогоднее это? Как зовут штучка-то? Да, вот, снежинка. Это новогодняя что-то типа звезды? Да, очень снежинка очень даже красиво будет смотреться. Ты что? Писк, короче, мода, потому что очень писк моды там, или писка чего-то там. Вот, смотри, сейчас поставим. О! Мне просто жалко, какая у нас будет елочка. Сейчас я получше поставлю. А то оно не стоит. Оп. Вот, все, шикарно стоит, да? Ну, как тебе, Кинг? Это я так, чтобы скажу, я старалась. Я, она не старалась. Я старалась. Нет, я. Тихо. Вы... Молодцы, все постарались, да? Ну, что, у нас будет эта елка стоять в центре? Ну, придется и такую поставить. А? Что это за шум? Если вы хотите продолжение, то поставьте лайки и посмотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, конечно же. И лайки, если вы хотите продолжение. И всем пока.